Экипаж СМП Racing в составе Виталия Петрова, Михаила Алешина и Стофеля Вандорна занял третье место на 7-м этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость, который прошел в Бельгии на трассе Спа-Франкоршам. Это был очень для нас сложный этап. По той простой причине, что условия тут просто были невероятные. Тут был снег, был дождь, было сухо. Но самое главное, это то, что последние 2 часа мы ехали всего лишь на 4 передачах. Не зря я ездил в ралли и тренировался зимой на шипах, потому что сегодня была именно такая погода. 3 раза падал снег, 3 раза был или 4 сейфтикар, я даже не знаю сколько. Потели стекла, мерзли ноги, видимость была просто нулевая. Бронзовый экипаж СМП Racing под номером 11 стартовал с 5-го места, а третьим начал гонку другой российский экипаж под номером 17 в составе Егора Оруджева, Сергея Сироткина и Стефана Саразана. Вскоре после старта пошел дождь, и автомобили отправились в боксы менять резину. Во время выезда на трассу машины безопасности из-за внезапного снега БР-1 под номером 11 успел подняться на 2-ю позицию. Однако затем у автомобиля пропала 5-я передача. А у спортпрототипа номер 17 на одном из кругов отлетело колесо. После очередного рестарта за 1,5 часа до конца гонки автомобили СМП Racing заняли 3-ю и 4-ю позиции, которые и удержали до самого финиша. Тем не менее, я хочу поздравить всю команду. Я хочу поздравить всех в СМП Racing. Я хочу, конечно же, поздравить вас, Борис Романович, потому что мы все одна команда, и мы все здесь именно для этого. Чемпионат мира по гонкам на выносливость завершится в середине июня марафоном 24 часа Лимана.